Карвин Спортклуб – это не только спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни, но и большая дружная семья. Так, в Международный женский день, 8 марта, мужчины Карвин Спортклуба поздравили с праздником прекрасную половину этого замечательного фитнес-клуба. Первым сотрудниц клуба поздравил учредитель группы компаний Карвин Генрих Болян. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам быть здоровыми, быть счастливыми. Всегда гордиться, что вы являетесь частью вот этой большой, сильной, известной команды Карвин. И самое главное, чтобы вы любили, а вас еще больше любили, чем вы любите. С праздником! Затем сотрудницам Карвин-клуба был продемонстрирован небольшой шуточный видеофильм, созданный усилиями мужчин. Ну а после видеофильма директор Карвин-спортклуба Самсон Болян поздравил своих сотрудниц песней. Наши замечательные музыканты и исполнители Адиль Чекилов и Октан Исабаев. Ну а завершилось поздравление подарками, танцами и праздничным столом. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб. Фитнес-клуб премиум класса номер 1 в Кыргызстане.